все. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Бадди, и мы продолжаем вместе с Крисом проходить игру под названием Resident Evil 6. Компания Ада. Первая часть. Поприветствуйся, Крис. С зрителями. Привет. Привет, привет. Да, нас вообще сейчас как-то непривычно, так как уже давно не записывали. У тебя просто голос на время завис и был как у андроида. Да, ладно. Немного волнения есть, типа... Из-за непривычки. 18 с плюсом. Там ничего не было такого, да? Не было. Так что YouTube не забанил. А хотя, помнишь, там босс был, как ее зовут-то? Ту девку, которая да. была вот в пещере. Но все равно у нее там части там самые такие были прикрыты. Ничего не забанили. Все нормально. Да, до Бора. А все какие-то. Simmons. 801. It's been a long time. Not long enough. I see you still. Ну, хочу сказать то, что эта компания, она как-то отличается от всех остальных. Да. Ну вот, например, тем, что как... Разнообразно очень. Очень разнообразно, да, и как бы эта компания соединяется со множеством. То, что да, мы прошли. Согласна. И в конце, типа, в самом конце босса нету, допустим. Ну, кто у нее там? Симмонс будет, да? В четвертой главе вроде. В четвертой главе будет босс. Это уже... Пила? Да, точно. Ой, тут еще пила будет, а я вообще не особо люблю. Ну да, но в конце будет босс, который в итоге мы, типа, ну... Там... Мы не добьем, так-то в итоге. Просто поможем. Да, я уже не помню, конец. А, нет, все-таки это будет последняя битва. А с кем именно? Последняя битва, последняя битва с боссом Симмонсом. Ага. А там еще падать будет. Будешь меня наставлять, потому что я вообще не помню. Что, куда? Да. Ты здесь главный будешь теперь. Я просто буду бегать за этим. Не знаю, я уже все позабывал. Знаете, это кажется, сейчас все на ходу будешь вспоминать. Так. Так, давай сейчас не будем торопиться. Сейчас согласна. Аккуратненько пройдем. Так, все. Так. Погнали. Ну, поехали. Прошу, открывай дверь. Да. Будешь мне теперь подсказывать, если что, если дверь найдешь. Я даже открыть не могу. Вот так вот надо, смотри. Идем аккуратно. Да ну, мы с тобой это будем. Это как Resident 4. Да-да-да. Так. Тут коробочки. Я бы не заметила. Где о, стрелы для меня, кстати. Вот. Я тут последний раз нету. Играл за Аду года... Так, подожди. Лет 6 назад, прикинь. Серьезно? Да, серьезно. Ну вот, это твой шанс. Ура! Я буду уже здесь. Арбалет использовать. Так, подожди. Я забыл, как инвентарь открывать. F. Ой. А, тут вот, мужик. Все, вижу. Спасибо. Ой, так, тут сейчас мужик. Я возьму УЗИшку. А что это за фигня? Ты пробежал через лазер? Ну да, чё типа? Так это сигнализация включилась. Чё, реально? Да, я думаю, откуда музыка? Капец. У меня, кстати, музыки нет. А я думаю, как они могли меня увидеть вообще? Блин, всё. Всё окей. Мы всё просрали. Всё норм. Вот я тупанул, конечно. Надо два бежать, короче. Окей. Они смогут пройти через этот лазер? Или нет? Сейчас. Тут какой-то тип меня паутиной обвил. Он к тебе пошел. Ага. Иди, давай. Это месиво. Полный замес. Угу. Блин, я думал то, что арбалет будет мощнее. Класс. Где ты? Я же это в шоке. А, блин. Ты где? Я, короче, этот, в самом начале. Все, продвигайся вперед. Тебе помощь нужна? Так, я сам сейчас.
Нужна, говори. Блин, нужна помощь, короче. Все, я бегу к тебе обратно. Бегу, бегу, бегу. Слушай, а можно просто как-нибудь пробежать, я не знаю. Да-да-да, легко, да, можно. Да, лучше давай пробежим. Пробегай. Окей. Просто здесь их очень много, мы не справимся с ними. Вот-вот-вот сюда, через лазер. Окей. Тут, спуск. Ух ты! Ничего себе, ты мне ногами. Сорян. Блин, все равно как-то у меня не получается. Оружие быстро переключать. Что-то я забыл. Колесиком, что ли? А как я поднялась? О, спасибо за таблетку. Вау, у меня нож и пистоль. Так, стоп. А, на G! На G оружие переключать, все понятно. А я колесиком. У меня просто колесик немного глючит на мышке. Бедная мышка. Нерабочая мышка. Она очень старая. За 30 рублей покупал. Надо уже менять. Так. Купить что-нибудь нормальное. А у тебя какая мышка? А вдвоем круто, да? Их мочить. Вдвоем, да. Комбо. Быстрее сдыхай. Моё. Тут целый рынок. А, гранатки не хватает, да? Ну, хотя, я погоди, падаю. У меня есть вот эта вот штука. У меня зажигалка есть. Давай, вот так вот. Сдохли они там. А второй не сгорел, смотри. Да, патрон вообще мало. Так, мерзость ты какая. Пошел отсюда. Так. Я забыла, как таблетки использовать. Так, на букву... Блин, я забыл. Это куда на цифру 1. 1. Ага. Начали всё. Эти таблетки хлебать. Все, вспоминаем. Так. Ага. А, блин, здесь еще нужно убить этих вот. Мерзавцев. Слушай, а вот вроде будут еще стрелы такие, которые взрываются. Вот как у Краузера, что там резики, да? О, да, есть. У меня просто пока что обычные стрелы. А может они попадутся просто где-то далее? Надеюсь, либо после прохождения. Надеюсь, да, попадутся. Так, стоп, мы отсюда пришли, да? Или нет? Кстати, я у Сержа, знаешь, что видел? Он конкурс запускал, типа, наемники. Там нужно было самое большое количество очков набрать. За определенного игрока на определенной карте. Что я сделал? А зачем ты включил? Я тревогу поднял, прикинь. Не знаю, просто ударил. Ну так вот, ты, короче, участвовал в конкурсе или нет? Нет. Нет? Я, короче, пытался, у меня не получилось. А что не получилось? Я прям много часов потратил на это. Я, короче, да, я играл за Леона в деревне. Вот, мне не получилось там. Я максимум, короче, набрал 140 тысяч. Ой, извини. Ничего, ничего. 140? Да. Наемники это не мое, я тебе серьезно говорю. Даже если бы я пыталась пройти. Ну, я типа, смотри, открыл, короче, YouTube, да, видеоролик. Там у чела было 200 тысяч опыта. Это типа самое большее, что я нашел. Любой CV там. Ну, у тебя нормальный такой тоже. Но наемники сложновато, конечно. Ну да, там, для меня. Там нужно. Вот особенно мне нужно следить за комбо. Согласна. Набирай сразу время, а потом да, непрерывная комбо. Нужно прям контролировать вот убийство, тайминги. Это очень трудно. Блин, я тут так, ничего тут какая-то не понял. Головоломка. Да, нужно посмотреть. Сейчас смотри. Надо разбираться. Окей, получается. Знаешь куда? Иди сюда. Да, я не могу какая-то... сюда. Вот сюда рисунок должен быть. Да, смотри туда. Ты меня нормально слышишь, да? Это, по громкости. Да. Окей. Так, все. Слушай, теперь вот сюда смотри. Ты сможешь? Ну-ка. Скажешь мне, кого ты там видишь? А у меня почему-то кнопка не появляется. Бараньи рога надо убрать. Смотри, вот кнопка. Блин, я вообще беспомощная. Нажимается?
Нет, не нажимается. Что за бред? А может быть сначала нужно подойти к двери и нажать на пробел? It's locked. This is going to require a little effort, I assume. Придется постараться. А теперь здесь. Так, взломайте код для комнаты. Не нажимается? А, вот, теперь могу посмотреть. Нужно было просто этот. Вот ну, там ту самую дверь. Ничего не видно. Кнопку нажми. Вот эту. Рога, чтобы убрать. Ага. Вот эту, да? Угу. Ага. Все, и скажешь мне, кого ты там видишь. Так, сейчас скажу тебе. Какой там змея. Там змея. Ага. Нифига себе, картина такая прикольная. Все, собирай змею теперь. Да, картина классная. Вот на этих колесиках. Тут кончик ее. Нет, это как-то очень странно. Вот ты можешь посмотреть? Вот подойди сюда. Нет, я не могу посмотреть. Вот видишь, типа, он просто без помощи, ничего не может сделать. Да я же говорю, блин, я просто как бегающий инвалид. Ну, а, ладно, просто вот переход колесик. Офигенный это. Вот обязательно посмотри. Это, когда я выложу видео. Прям классно. Очень. Ну ты, наверное, помнишь? Картину переход. Именно? Да, переход. Да, картина, помню. О, смотри, смотри. Вот здесь это колесики, вот кончик от змеи. Надо поменять. Ты крути колесики, я буду смотреть, будет ли получаться змея. А, окей. Окей. Так, это какое-то крыло. Нет. Вот, похоже. Вот, змея, похоже, да. Так, где еще есть колесики? Так, это на всякие. Вот так вот. Так, хорошо, смотри, вот еще колесик, вот тут. Ага. Сейчас. Так. Так, это рыба, крыло. Это что, это змея типа? Оставляй пока это. Стой, погоди-ка. Да, скорее всего, это змея была. Вот, ну, да. Ну да, самое подходящее. Так, следующие колеса. Так, еще конец. Вот он. Что там получилось, кстати? Ну, похоже. Какая-то змея. Да, еще кончик остался ее. Вон. О. Ну вот, да. Все. Жми. Ну-ка, давай. Не-не-не, на кнопку. А, точно. Молодец. Все, открыли. Yeah. Well, that was a pain in the ass. Да, было не просто, просто было. Учитывая, что я просто бегаю. Так, главное не попадаться. Мы помогли. На да. Непроизвольно. Угу. Нужно активировать, получается, эту фигню, так, подожди, да? Нужно. Значит, сюда. Оп. А, нас тоже стреляют. А, я не могу наступить, вот я балбес. Все, номер, забегаем. А тут что такое? Здесь проход. Так, эту дверь я открыть не могу. Ага, а, стой, значит, подожди, там туда. Можно. Можешь, да? Что-то здесь светится. Тут трав, блин. Проектор. Там видео будет, наверное. Какой аналогичный ответ. Так. Соединяю травки. Не хватает чего-нибудь такого, то что, допустим, нашли бы какую-нибудь интересную кассету, да, вставили, посмотрели бы. Ага. Ну вот, типа, мы должны нажать на вот этот проектор. Там по сюжету. И сейчас сюда забегут эти чудики. О, что-то показывают. Сейчас про тебя, наверное, будут показывать или нет. А, мы здесь были вроде. Да, это там, где да, Крис да, да, был да, да. С этим. С Пирсом. А, вот же Джейк точно еще там был. Я так понимаю, мы должны это обязательно до конца посмотреть. 100%. Потом после этого видео забегают сюда типы, и мы убегаем от них. О, у меня гранаты аж две. А, ну да, я же сейчас подобрала. Вот, туплю. А у тебя кроме пистолета? То есть арбалет и пистолет еще, да? Да, арбалет и пистолет. А у тебя ага. Что? Пистолет и нож. Ну, жаль, хотя нет у тебя этого. Нож есть. Да, только можешь жаль, нет рапаша.
Но это потом мы найдем, конечно. Посмотрим. Так, все, выходим отсюда. О, что-то открылось. Ну да, кто бы сомневался. Тусовка. Нам, наверное, в эту дверь, которая открылась. А, ой, вот. Я на проходе стою. Нам показали, куда нам бежать. Да, надо их пробежать, да. А, тут коробки. Ой, блин, промахнулся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, тут что-то очень непонятно. Вообще. Подумал. Старайся просто... Блин, тут тупик, ты прикинь. Ну, их тут мало, как бы, можно убить, но... Ладно, я просто пробегу. Окей. А, смотри, здесь проход. Там на коробке вижу. Залезть нужно. Да, залез. Я с тобой. Так, еще одна панелька. Вот уродец. Патроны забрала? Нет, пока. Вот на ящике здесь вот. Ага. Где я сейчас ой, стою? Блин. Вот толпа. Раз. У меня в уме сейчас столько слов. Я услышал. Пробежать их невозможно. Блин, что-то вот здесь вообще жестко, тут до хера. Пулемет еще далеко, далеке. Обалдеть. Так, ну тут надо, короче, взять это. Арбалет. А, ё-моё. Ну я не бегу, алло. Чё? На тебя в бошку, тварь. Всё. О, ничего себе, ты мерзкий. Ой, мерзкий. Меткий. Чё ты вообще у меня того? Тварь, блядь. Мри. Есть. Хотел сказать метки, и на этого сказала вообще бред какой-то. Кстати, а где ты находилась в тот момент, когда я открыл дверь? Вообще вдалеке получается, да? Ну, где-то за 3 метра, да. За ящиками. Ну, получается то, что ты вообще могла вначале сам стоять, типа, я просто бы открыл дверь и все. Да я могла бы вообще тут попивать кофе и сидеть на одном месте. О, оружие. Пистолет где-то. Да, ага. Точно. Так, дама, давай там. Туси быстрее. Скорее всего, это магнум. Я думаю. Может быть, но я не уверена. А, вот коробка. Ты уничтожила значок, эмблему? Нет, где? Вот здесь, смотри. Вот я стою. Ничего себе, ты соколиный глаз, Леголас. Вот, кстати, знаешь, ты, наверное, слышал новость, умер актер, который играл Бильбо Бэггинса в «Властелин колец». Серьезно? Да. Я знаю, Саруман умер, актер. Он был очень старым. Дробаш. Да, вот это буквально на днях было. Произошло. Обалдеть, этого не знала. Он, но он вообще старый был, очень. 88. Ну, главное, он отжил свои года, и то хорошо. Ну, 88, блин, дай каждому, да? Прожить столько. Там один это, стоит. Вообще нормально. А че он так быстро умер? Ты стрелял в него? Нет. Он быстро 3 патрона всего всадило. Ой, бедный Бильбо, откинулся он. Да. И самое удивительное то, что я, в общем, пересматривал «Властелин колец». Самую первую часть «Братство кольца». Угу. И причем я этот фильм смотрел тогда, ну, когда он... ну, в общем, умер. У него был последний день жизни, он еще тогда был жив. И потом на следующий день я узнал эту новость. Я вообще в шоке был. Вот это совпадение, вообще, да? Вообще совпадение, да. Офигеть. Да, хороший был актер. Да. Похож он на убийцу, пятом элементе, конечно. В «Пятом элементе» он еще снимался, я помню. И в фильме «Чужие». Да. Который я не смотрел. Да, советую. Крутой фильм. Все части. А там сколько всего? Посмотри, это тут пулемет, что ли, не могу понять. Кто-то садит конкретно. Одни мутанты вокруг. Мы, кстати, с Артемом прошли эту кампанию за 2 дня вроде. Да, я не удивляюсь, вообще тут. Да, вообще мы с ним. Ну, я тебе рассказывал, он, короче, это в больничке лежал.
Ему скучно было. Со мной можно проходить 2 месяца, как минимум. Но это еще не точно. Да не, если постараться, вообще можно за один день пройти, я думаю. Да, я как ни старалась, если человеку не дано стрелять, то он бывает не дано просто. Да ладно тебе. Не всегда. Это кто? Ага. А, это по скрипту. О, нет. Блин. Так, получается, все в твоих нежных руках. Сейчас ты со мной сейчас телепортируешься. Вот здесь я хоть отдохну. Давай, женщина, трудись. Так, отвалить сюда. Вот ему массаж делают. Тут ничего нет. Коробка. Патроны были. Полезно. Так, это для тебя дело. Да. Ну, как всегда, в общем. Да. О, я помню. Сейчас тут будешь бегать уже. Так, и здесь что? Эти штуки смешные. А, ну здесь я, в общем. Ты можешь стоять на месте, как бы. Ну я ради того, чтобы тебя поддержать, буду бежать, толкаться. Попивай чаёк, значит. Нет, водички пока попью. А прикинь, а если не сработает, например, если я буду стоять и двигаться? А ну сейчас я добегу и попробую ничего не Давай делать. Давай поэкспериментируем, попробуем. Давай, я осталась на трубах. На месте. Окей. Ага, нет, ты телепортируешься, так нечестно. Я назад сейчас прыгну. А, он не прыгает. Нельзя уже, да. Ну ничего, я тут постою. Все, я никуда не бегу. Сейчас опять ты телепортируешься. Смотрим, раз, два, три. Прикол. Ран, ура. Мне кажется, то, что вообще можно... Типа, мне вот одному пройти и все. Не, ну я буду тебя прикрывать. Ну, да. А то это вообще уже будет наглость. Ладно. Так, а тут ничего не было? Пусто. Ляж, лежать, пёс. Здесь еще камера так прикольно двигается. Ага. А что ж с них начинает? Есть, ну. Так, тут коробок, ничего нет. Я даже разговаривать не умею. Вот опять, да? Вот мне это вообще очень сильно бесило. Да, я считаю, ничего не делаю. Ну, с другой стороны. Даже был такой такая... момент, когда... Был, короче, такой момент, когда я видел эту фишечку. 5000-ную, да? Очки опыта. Я только-только подбегаю. И, короче, телепортируюсь нафиг. Потому что вот сейчас как с патронами было. Пытаешься что-то взять, и он вообще ничего не может взять. Давай уже хоть полсерии еще. Блин, я на пробел нажимал. Только сейчас заметил. Ой, если я буду сползать, я приземлюсь тебе на лицо. Куда я иду? Ты смотри, только в огонь не заползи. Окей, окей. Будешь с корочкой. Блин, мы успеем, нет? А 8 метров у цели. Нет! А, да, это задумано, наверное, да? А, задумано. А ты меня не пугай. Я сейчас пугался. А я сама думала, неужели? Это было легко. О, я прям так устал. Много времени дали. План B. Ой, как я устала, это было очень тяжело вообще. Ну да, конечно. Так, единственный здесь... путь. А что здесь? Ага, все, опять я вспомнил. Использовать? Вот это фуфлыжная часть игры. Блин, что ты не хочешь? А, вот, я помню, здесь умирала раз 50, наверное. Не, ну это я загнула, конечно. Управление на месте здесь. Стоишь, да? Или куда? А, стой, подожди. Вот лестница. Нет!
Ничего страшного, буду тебе подсказывать просто, куда Блин, бежать. Блин, я забыл куда. Какая сочная тушка. Эй, да! Так, ладно. Окей. Блин, я ненавижу эту часть игры, я всегда умирала здесь, когда играла за Аду. Очень тяжело управление. Ну, нужно знать, куда, типа, двигаться. Вот лестница, смотри. Вот где я. А, Началась. Точно. Я тебя не вижу, кстати. А, вот ты. А, я должна тоже лезть? Да, давай. Чё? Обалдеть, да, ну я в тебе говорил. Так, всё вот. Ясно теперь. Нет, ну честно сказать, я этого не жду. Ого, да что были закрыты такие. Не, ну возможно, если бы я бы еще Нет, вовремя... Нет, почему ты покинул игру? Чего? Написано, игра покинул. Я покинул игру? Да. Как так? А-а-а. Это что, случайно что произошло? Да у меня вроде все окей. Ну, сейчас посмотрю. Да нет. Все нормально. У меня ничего не было. Так, ребят, мы продолжаем, значит, проходить. К сожалению, у нас там что-то произошло, вылетело. И мы снова Игра здесь. Да. Так. Давай. Выберитесь. Да, наверх. Единственный путь наверх, да. Ой-ой-ой. Вот. Давай, 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 давай. Где это? Так, нет. Все, на лестницу. Я так не люблю это место, у меня прямо от него мурашки. От дебильного этого места. Да, кстати, есть такое, тут такие звуки прям. И управление такое, знаешь, клавиша влево, вправо, зад, вперед. Да. Пока пробежишь, у меня это... Аж глаза разбегаются, не знаю куда. А, блин! Не туда. О, крысы, крысы! Так. Как в Титанике, знаешь? Такой же момент был. Да, когда Титаник тонул, там крысы все выбежали. Ой, тут какой-то дядька. Все, умер. Ой, эмблема была, блин, я ее не сбила. Ай, да и ладно. Да фиг с ней, да. Так, а что здесь делать? О, так вот слезь. А, шо, как этого агента? Ага. Как агента зовут? Ой, смотри, тут можно пройти через сетку. Смотри. Да, как его зовут? Его зовут честно, мужик. Забыл. Спецназ, вот как его зовут. Халявщик его зовут. Загадочный спецназ. Угу. Альфонс, который бегает за счет Ады. С тебя никак. Так, ага. За мной. О, лесенка. Собачка. А чё я застряла? Да ну, давай же беги. Гав-гав. Собачка. Рррр. Сейчас укушу. Ой, блин. Пока все вроде бы ничего так. Это получается, как сказать-то? Вот помнишь, нам показывали расположение подводной лодки? Она смотрела наверх, вот. Да. Получается, вот мы поднимаемся... Именно к ней. Да, я понял. Самую задницу. А дальше куда? Ага. Тут без тебя нет. Ой, ну ты молодец, прям. Вовремя, вовремя. Да. Да, это было, конечно, сладенько. Но мы справились. Так, ну так как здесь сейчас долгая загрузка, по-любому сейчас уже 1.3 глава будет. А ты 1.2 запускал, да? Да, 1.2 запускал. 1.3 это последняя. Это после, да, таких сохранялок, переходов. Да, угу. Понятно. Сейчас, получается, последний момент проходим. Ой, сорян. Дома оконы. Мухи появились, блин. Да, валим отсюда, ну их задницу. Валим, валим. Да, коробки. А, стоп, подожди-ка. Эмблема. О. Ой, блин, сзади. Блин, помогите. Нет.
Я не могу попасть в эту долбаную фигню, понятно. Я сейчас дробаша, смотри. Хоп. С одного выстрела просто. Так. Данки шоу. А ты взяла дробаш? У тебя дробовик есть? А точно, я вечно за него забываю, да. Да, мы вот так, это подобрали. А мы наверх можем? А? Наверх? Погоди. Да. Ну-ка. Есть тут? Ничего нету, да? Чё-то ничего нет. Чё мы пришли сюда вообще? А должен интересно. Забыть что-то. Должно же. Ничего нету. Ну это ладно. Нет и нет. Просто такой длинный был путь, и там пусто, странно как-то. Стой, подожди, мы заспустились. Мы отсюда, да? Тогда я попробую еще раз. Как-то странно да очень. Я поднимусь наверх, скажу, что здесь. А здесь... проход. Нам наверх. А, окей, сейчас. Я бегу. Беги. Да, нам сюда. Блин, такое тоже геморное место. Сейчас будем полчаса ждать, пока код запустится. Так, окей. Так, дробовик. О, тут какие-то проходы еще есть, ничего себе. О. It's gonna take more than a handprint to operate that. I'll have to restore power if I want to use those torpedoes. Нам нужно восстановить питание? Да. Все, значит, нам вниз все-таки. Здесь так прикольно выглядит все. Боком. Здесь... класс. Все косое, да. Знаешь, еще тут три кокона. Там, где вот эти вот титаники, да? Кто? Я их так называю, ну такие громилы. Выходят. Или нет. Не обязательно они. А, мухи. Пчелы, пчелы. Давай под воду залезем. Давай. А ты где? Прыгай. Я под водой уже. Ты уже? Ну ты даешь. Я в другую сторону. Так. Я вообще. На пробел нажимай. Угу. Я выплыла непонятно где. О, нет, ныряй, ныряй, идиот! Там муха, что ли? Оса? Да, прям в кокон вылезла. Ой, я нашел рычаг. Я вообще ничего не нашла. Активировали что-то? Так, тогда нам обратно, получается. Опять туда же, где ты должен был голосовое там запускать. А, я возле тебя. Удобно. Воду? Или куда? Да, сразу воду, быстрее, быстрее, быстрее. Ага, фиг там. Да прыгай давай же ты. Так, теперь направление, куда нам нужно плыть-то? Так, плывем к выходу. А, 17 метров вот уже, да. Угу. Там что, должно открыться, что ли? Есть. А, вот мы уже. Почти. Так, стоп, я не там вылезла, получается. Все, вижу. Не люблю эти... Что-то не понял, куда бежать. Вот-вот-вот-вот-вот сюда. Кажется. Блин, или нет? Мухи. Они везде. Помогите. Тут наверх проход какой-то. Ну-ка. Коробки, но нифига больше нет. А где эта панель? Ага, все верно. Идите нафиг. Щет, щет, щет! Блин, их тут до хера вообще. Может их помочить? А, меня съедят. Факер, щет. No, беги оттуда. Не ешьте меня. Обалдеть, беги вот просто. Это их толпа. Да давай залазь. Я не знаю, как туда попасть, прикинь. Чё да я тоже что-то. Сейчас я под воду попробую. Так, 12 метров. Может быть сюда, куда я ползу? Что-то ничего не могу найти. Так, там где еще мусор. Все закрывает, загораживает. Странно как-то. Нет, нет, прыгай лучше, прыгай. Может, нам ту поломанную дверь нужно было открыть? Это бред просто. Блин. Так, здесь тупик. Сделать грибок. Я тут грибу полчаса не могу. О, что-то нашел, погоди. Нашел? Да, что-то нашел, стой. Наверное, не то. Так, а ну-ка не сейчас. Не то, что нужно. Понятно. Это не то. Бред какой-то, а ну-ка.
показывает 28 метров. Где это? Вот у меня показывает 3 метра за стенкой. Как туда попасть, блин? Блин. А, вот еще тут есть проход. Я не увидела. Ай, нет. Пройди, пройди сюда. Блин, обратно. Там куча этих пчел. Ах ты, ладно. Говно. Сколько же здесь этих мух? Да лежи, алло. Что за фигня? А, тут рычаг. Вот оно. Вот слепая. Смотри. Рычаг? Где? Дверь. Слепая курица. Вот нам сюда. Так, вот дверь. Вот, потом. Вот сюда. А-а-а. Теперь вниз. Ты что, вспомнил, что ли? Нет, на Q нажимаем. Точняк, я вообще про Q забыл, прикинь. Капец. Ничего страшного. Главное, чтобы повезло и нормально выбраться отсюда. Так, дальше. Как же мы могли забыть? Вот, смотри, вот. Я отсюда пришла, я здесь и была. Ага. Я без тебя, считай, не могу ничего сделать. Поэтому у меня не было активное окно. Ого. Это поворот. Полетели. Так. Может, мне тебе на плечи просто залезть и все? Не, я не выдержу, ты че? Я же хрупкая. О, да. Вот это место. Все, нужен твой голос. Дай мне свой язык. Куда ты пошел? Ты что делаешь? Так, секунду, ко мне зашли там. Так, все, я здесь. Ой, блин! На время. Да. Не люблю на время. Тут надо что-то еще активировать на компьютере. Не-не-не, ты должен стоять возле компа, я должна тебя прикрывать. А, окей. Говори в микрофон. Говорю. Ада Вонг. Катись отсюда. О, нет. Доступ подтвержден. Госпожа Вонг. Завали. Что это было? Что это такое? Красное. Это муха, что ли, выделила? Выделила. Ай, блин. Я погибаю. Все, я укупаю. Помогите. О, блин, вот это Маша. Капец их здесь. Сзади. Оса еще какая-то. Только сейчас оса заметил. Блин, сколько? Это мухи. Неужели я выбрал этот, блин? Как его? Самый сложный. Мне надо смерть, все. Это капец. У меня таблеток даже нету. У меня нет таблеток, поэтому... А, есть! Подожди, ты где? Где ты? Я здесь. Нажимай на эти долбанные таблетки. Хоть пару штук. И то хоть капля. Где это? Я еще долго буду калякать, блин. Пока смерть не разлучила. Да капец, блин. Так, ладно. Пробел. Yes. Неужели прошли? Вроде да. Вот как на работу нужно добираться. Без автобуса. К
Кстати, а у вас там как с этой, с коронавирусом в городе? Сразу дома сидели. Много людей заражено? Да, вообще говорят, типа, там, что 16 человек, но у нас нету заражен вообще. А у меня в городе 3500. Да ну? Да. Вот так вот, скоро 4 будет. Да ну, успокойся. Знаешь, мне политика такое дело, я уже не знаю. Главное, береги свое здоровье, и все будет хорошо. Ну, пока все нормально, вроде. Дышу. Да. Надеюсь, главное, будет продолжаться. Да, не болеть. Вот и на меньше нервов, побольше отдыхай. На природе. Да, на природе будет нужно отдохнуть. Да, на рыбалку особенно. Воды. Попад. На море хочу уже. Чё, когда у тебя? Кто? Путёвка. А, путёвка? На какое число? Отпуск у меня 30-го начинается. Там на море можно поехать будет. Опасно нафиг на море ехать, ты чё? Чего? Ну мало ли там вдруг что случится. Да, ну ты чё? Знаешь, какая хрень, типа, вот кондиционер в поездах, да? Знаешь, как действует? Как работает? А, мы не включаем. Можно же не включать кондиционер. А по выбору. Не, но все равно там люди же кондиционер включают, другие. Там все равно воздух распространяется везде. Поэтому вот так вот. Не знаю, ну что, вот мы прошли первую главу, ребята. Так, что у нас? Точность, оценка 4. О, ой, вот не надо. Какой троечник, а? А у меня еще меньше, смотри, сколько у меня. Вот смотри, а вот оценка смерти 5. Вот видишь, нам пятерку поставили за смерть. Блин, у меня одна смерть. Так. По просто всем показателям... Не, по точности тут ты выше, чем я. Ну, потому что, во-первых, ты делал самые сложные операции. Ты, считай, там, с голосовухами занимался и так дальше. Загадками. Ну, а я просто... 9? Так мало? Офигеть. А ты знаешь, когда я больше убила? В конце вот сейчас, когда ты голосовое там делал. А. Ты там, наверное, гранаты еще раскидала? Нет? Не, не было гранат. Не было? Я с дробаша мочила. У тебя все окей тоже, там, я считаю. Почти сравнялся. Так, ну что, продолжаем? Да. Давай тогда нажимаем. Вторая глава. Так. Одновременно. А кто нажимает? С тебя конфетка. Я нажал. Ага, я тоже нажала. Конфетка. Всё. Куда тебе? Какая самая дешевая? Ладно, ментоловую. Два мили. Я люблю ириску. Ириску? Ага, да, рис. Губу закатай. Так, у меня есть еще, короче, будет это... Бабуль в комнату заходить иногда. Все, хорошо. Я буду молчать. Микрофон иногда буду включать. Хорошо, хорошо. Так. Так, что здесь? 68. Возьму критический удар. Нет, пока не буду брать. Так, что я возьму? У меня 69 тысяч. У меня 68. Я ничего не буду улучшать пока. Назад. А чё, эскейп не работает? А хотя, ладно, я ничего не буду. Улучшать пофиг. Всё, а почему? Я вышел отсюда. А я не могу... А, всё.